Самые яркие события и новости Орска прошлых лет смотрите далее. Собрать ребенка в школу – дело не из простых. Пожалуй, самое сложное и дорогостоящее – подобрать форму, чтобы она нравилась самому ученику и при этом была практичной и недорогой. Надежда Поликарпова потратила на поиск нужной одежды для внучки уже не один день, но пока результат отрицательный. Нам понравилась вот бордовая форма, но мы не подобрали размеров. Приехали сюда, тоже мы по размеру не можем подобрать. Стоимость формы, как утверждают покупатели и продавцы, практически везде одинаковая. Причем по сравнению с прошлым годом разница незаметная. Тем не менее, покупка одного костюма обходится в среднем в 1000 рублей. Учитывая, что не все семьи могут позволить себе подобные растраты, в этом году традиционно действует губернаторская дотация. Так, при наличии специального талона родители заплатят на 380 рублей меньше. Конечно, это касается не всех. Данные о семьях с маленьким достатком собирали задолго до начала школьного базара. Всего подобную помощь получат порядка 500 детей. Тем не менее, несмотря на имеющиеся талоны, многие по-прежнему закупаются на рынке. Ну, у нас выбор больше, и качество у нас хорошее, и цены мы не такие держим большие. В основном мы работаем на покупателя. В Орске форму по талонам можно приобрести в ДК «Нефтехимиков». Кроме того, и сама фабрика, изготовляющая одежду, предлагает скидку в 300 рублей для первоклассников. Эти талоны также раздавались заранее. Учитывая стоимость формы, подобные дотации действительно хорошая помощь для семейного бюджета. Правда, пользуются этим не все. По привычке многие закупаются на рынке. Впрочем, школьный базар только начался. Как говорят сами продавцы, основной поток покупателей обычно приходится на конец месяца. Лола Самадова, Денис Абатов, служба информации ТРК «Евразия».